Состоялась 28-я конференция местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». В ней приняли участие глава городского округа Люберцы Владимир Волков, секретарь местного отделения партии Владимир Ружицкий, депутаты Мособлдумы, а также партийцы из 173 первичных отделений. Участники встречи избрали секретаря, председателя, а также мандатную счетную комиссию. После того, как мероприятие было признано правомочным, единороссы проголосовали за повестку. На конференции была произведена ротация местного политического совета. Согласно уставу партии, он подлежит обновлению ежегодно. Также на встрече избрали 13 делегатов для участия в предстоящей 27-й конференции регионального отделения «Единой России».